Это кто такой садовник? Полил вишни и крыжовник, полил сливы и цветы, вымыл листья и листы. Даже не загадку не договорила до конца, а вы уже поняли, что это дождь. Молодцы. Я целый раз узнал, мне это сами не загадывали. Карман. Круглый, полосатый, с огорода взятый, алый и сахар не стал. Кушайте, пожалуйста. Арбуз. Еще не найдем? Краса. Молодцы. Молодцы. Я сперва узнал. Явился в желтой шубке. Прощайте, две скорлупки. Слов нет. Допустим, здесь ты дом с красной шапочкой, здесь стоит пес, а здесь ты тоже. В нем сидит бабушка. А на лесу стоят два льва. Бабушка болеет, а у красной шапочки есть лекарство. Как красной шапочке перебраться к бабушке? Ведь в лесу там стоят два льва. Львы не живут. Что? Мне кажется, лев Толстой.